Привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить Ori and the Blind Forest. Наконец-то в лес мы вернули нормальную питьевую кристально чистую воду. Смотрите, как он оживился, как все у нас изменилось. Правда, злые рыбки никуда не делись, но да ладно, это нам не сильно это помешает. Так, у нас есть кислород. Поплавать нам тут не дадут без препятствий, ну ладно, будем изучать мир. Смотреть, что же нам дальше делать. Так, у нас опыт. За ним и поплывем. И новый уровень. Отлично. Вспомнить бы, что я хотел прокачать. Так, сейв. Давайте сохранимся. Так, ультраудар увеличивает урон и позволяет пробивать сквозь врагов. Ну, его и возьмем. А у нас умений больше пока нету. Но можно посмотреть, куда дальше нам стремиться. Так, а путь нам налево, да? И можно под воду, кстати, сплавать. Посмотреть, что там у нас еще интересного. Также у нас наверху шипы. Туда мы просто так не попадем. Так, направо не получилось. Можно попробовать еще раз. Так, отлично. И опять у нас не получилось. И рыбки еще воскресли. Отстанет нас. Так, та гадость у нас еще... У нас исчезло. Исчезло. Попробуем туда забраться. Хотя вряд ли, я думаю, получится. Да, нас, скорее всего, убьют быстрее. Одна жизнь, тем более, осталась. Опа. Нет, получилось. Мы молодцы. Эту дрянь мы тоже убили. Так, аккуратно. Эта штучка нам должна немножко жизни дать, да? И у нас здесь тоже. Везде шипы. Так что сохранимся. Как же без этого? Аккуратно. Эта дрянь плюется. И справа у нас древо знаний. Которое нам даст новые мини. А, у нас все получилось отлично. Теперь у нас есть способность топот. Отлично, теперь мы можем ломать некоторые преграды. Вот, например, как справа мостик. И немножко опыта. Так, плюсим, плюсим, плюсим. И все, ты больше не вылезешь, нам наверх надо. Так, сюда нам тоже топнуть надо, да? А выше мы никак не заберемся. А может, все-таки получится? Почти. Не хочет вылазить? Ладно. Если пропустим немного опыта, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Так что давайте спускаться вниз. Я пару таких дощечек знаю. Нам попадались. Кстати, по пути в самом начале игры даже. Так, опрометчиво вниз лучше не падать, не разузнав, что там. А то по воле случая там наверняка какие-нибудь шипы и завалялись бы. Так, теперь мы можем так, да, сделать? Жизни бы дал. Ну, по крайней мере, мы открыли проход. И можем сохраниться.
Так, наверх нам не надо. Наверху мы уже все... Да, все уже изучили. Тогда там налево. Так, это мы тоже, наверное, сломать можем? Да. Здесь у нас еще маленький кусочек опыта. Привет, с тобой мы уже знаем, как разобраться. Ты нас, конечно же, убьешь, наверное, да? Отлично. Мы еще живы остались. Откроем карту. Все, наверное, нам надо будет под водой изучать, да? О, наверху у нас тоже спрятанное место. Так, а наверх мы никак не пробьемся. Ладно, поднимаемся наверх. Только справа. Здесь мы тоже никак не пробьем, да? Да, никак здесь у нас также не получается. Давай, Ори. Или это надо новое умение получать? Или как-то спустить воду? Даже не знаю. Но мы можем глубже справа спуститься и попасть в эту затопленную пещерку. Скорее всего, думаю, нам просто туда и надо. И так мы тоже ничего не можем сделать. Так, здесь никаких потайных проходов больше нету. Жаль, очень жаль. Да, тут пол не ломается, наверх мы тоже ничего проломить не можем. Тогда возвращаемся. И нас тут поджидают. Ну, по крайней мере, мы знаем, что налево мы пройти не можем. Сейчас откроем еще раз карту. Сейчас одной жизнью попробуем, конечно, этого бронтозавра убить. Так, здесь опыт. Да, надо заново все подбирать. Сейф-то у нас позже был намного. Так что возвращаемся. Немного набираемся опыта. На тебя мы можем даже не отвлекаться, мой друг. И на всякий случай тут сохранимся. Да, откроем карту. Наверх за партией опыта. И у нас опять есть одно очко умения. Единственное, жаль, что у нас сейчас на любую прокачку нужно их два. Так, еще раз сохранимся. Хотя нет. Какое-то еще даже одно очко можно потратить. Блин, жалко, здесь мы никак не можем пробить. Это бы намного сократило нам путь. Давай, Ори. Ты все сможешь. Пожалуйста. И вода блокирует все наши способности. Да, вообще мы ничего не можем сделать. А так бы как-нибудь высушили воду бы и расправились с этой преградой. Да, мы совсем рядом-то сохранились. Так, нам, наверное, здесь вниз и надо. Рыбки нас поджидают, но нам нужен в этот проход. Как раз немного кислорода и еще одна страшная рыбка. Эх, красивая кружка.
очень-очень нравится. Так, шипы, везде шипы. Эх, и совсем без боли не получилось пройти. Так, а наверх я никак не попаду. Ладно, этот опыт мы не пропустим. Вот как раз так мы сольем воду. Кстати, теперь с водой мы уже можем пробраться к опыту. Отлично. Так, а налево проходов тоже нету. Так, и через этот пролом мы тоже никак попасть наверх не можем. Так, ну, по крайней мере, мы воду слили, теперь... Опять через... Бронтозаврика, так, шипы. Шипы, шипы. Аккуратно, есть. Злая рыбка. Прямо у нас на пути. При том, при всем. И наверх. Отстань от нас, пожалуйста. Ты же доброе существо. Так, обязательно сохранимся. Опять шипы. Много шипов. Очень много шипов. Так, здесь можем, но пару же... Нет, не смогли. Ладно, заново. А что ж такое-то? Так, и без стенки мы смогли это перепрыгнуть. Так. И вот этот злосчастный кустик. Есть, мы смогли. Своего же выстрела с одного умирает. Это мне уже нравится. Так, мы в закрытой области и перепрыгнуть бы эти шипы. Не зря сохранился. Ха. А вот так получилось. 90 опыта. Ну, в принципе, нормально. Так, сохранимся, коли есть такая возможность. И наверх. Так, теперь нас будут мучить куча паучков, да? Ах, тяжелая игра. Очень тяжелая. Я думаю, если бы и уровень сложности потяжелее можно было поставить, она была бы просто невыносимой. Но нашлись бы умельцы, которые бы с удовольствием бы занимались этим мазохизмом и прошли бы эту игру даже на невыносимой сложности. Ну ладно, пока у нас более-менее получается, сохраняться можно почти везде, и это радует. Благо бы только энергии было. Так, налево мы никак не проберемся. Как бы мы ни хотели. Пока не будем спускаться вниз. Да, далеко нам еще топать до нашего пункта назначения. Можно было, кстати, и понизу бы добраться. Ладно, посмотрим сначала этот путь. И здесь, я думаю, обязательно стоит сохраниться. Так, успели. Тут еще один лазер должен быть. Кстати, вниз мы можем пробить себе.
пробили. Угу. Да. Все у нас замечательно получилось. Ну. Вторая попытка. И у нас все получилось. Еще немного опыта никому не мешало. Так. Теперь нам надо подняться наверх. И для этого нужно сохраниться. Быстрее, успели. Все, мы преодолели эту преграду в очередной раз, кстати. Как-то я не помню, чтобы у нас было столько много фрагментов. Нижние и верхние трясины. Так, ну нам, скорее всего, через новый кусочек карты надо и будет пробираться и пробиваться. Привет, Кура. Мы по тебе уже соскучились. Так, сохранимся, и я надеюсь, она нас здесь не нападет. Так, а вот и столбик. А что нам ты откроешь? Проход вниз. Отлично. Тут как раз посмотреть, что он нам дает. Куда он нас вообще приведет? Здравствуйте, мистер Бронтазар. Так, мы сможем. И у нас все получилось отлично. Так, а нас водичка куда-то в тупик должна привести. Судя по карте. Я надеюсь, там ценные вещи будут валяться. Еще одна жизнь. Так, еще пару таких ячеек надо найти. Или хотя бы одну, чтобы у нас появилась дополнительная ячейка. Духовная связь готова. Отлично. Так, кстати, вот эту палочку мы тоже, наверное, вниз можем убить. Которая с самого левого у нас экрана. Но сначала давайте спустимся вниз и посмотрим, что мы тут можем сделать. До этого путь сюда был нам закрыт. И, скорее всего, центральную палочку, если мы побьем, она откроет вот данный проход. Так, под водой у нас только опыт. Еще пару раз рыбы. И паук. Нас встречает паучок. Еще раз, да? Оно вот как раз двери открылось. Да, всегда самому интереснее исследовать данные места, чем наблюдать, как кто-то их проходит. Спускаться нам вниз или нет? Данный путь приведет нас на более нижние этажи.
Так, скорее всего, здесь мы можем перекрыть данный луч. Немного жизни. Так, и вбиваем этот код. Хороший колыш, который выдерживает такой луч энергии, я вам скажу. Так, на всякий случай забьем его получше. Чтобы уж точно не пробился. И еще одна ячейка жизни. Отлично, у нас теперь их 5. Не зря тогда спускались. Также немного опыта. Да, внизу нас сразу ждет эта сторона. По звукам лягушка. А так на гориллу похоже, честно. Так, там дверь. И справа у нас дверь. Открывается с помощью маны. Наверное, нам сначала лучше направо, потому что налево не попадем, по крайней мере. А справа у нас только ячейка с опытом. Который, в принципе, желателен. Но не хочу на него тратить силы. Так, еще одна ячейка жизни. Или опыт был? Вроде бы опыт. Так, ну а здесь мы уже были. Да, как-то мы не в ту сторону, правда, идем немножко. Нам надо налево пробиваться. Но нам надо подняться просто на уровень выше. Мы, в принципе, в правильном направлении. И сохранимся. Я думаю, это нам умение пригодится. И теперь уже по 2 очка у нас все точно умения требуют. Будем качаться дальше. И еще раз сохранимся. Все-таки мы здесь где-то тоже можем же пройти. Ай, отстань от нас, пожалуйста. Про второй камень я забыл и не заметил его совсем. Так, мартышка. Теперь посмотрим, что у нас есть слева. Вода у нас не уменьшилась, да? И у нас 2 очка умения. Можем что-то прокачать, кстати. Но давайте это немного на потом оставим. Налево не получится у нас все-таки пройти. Нам пока на такую высоту без вреда здоровью никак не попасть. Да и шипы нас отталкивать будут немного. Так и не дадут нам подняться наверх. Ну а мы восстановим нашу энергию жизни. И пойдем теперь наверх. Увеличивать мощь духовного пламени. Теперь мы больнее стреляемся. И это хорошо. Ускоряет использование духовного пламени. Четыре цели одновременно, это замечательно. Но пока нам не надо, столько противников за раз я не встречал. Шестое чувство. Хм. Но я думаю, мы просто до конца данных веток не дойдем. Хотя загадывать заранее не будем. А так все способности классно.
Тройной прыжок. Да, умение просто классно. Да, и духовное пламя, кстати, выстрелы у нас стали так гуще сгустки. Так, и почаще сохраняться будем. И побежим к нашей цели. Блин, интересно. А есть места, где враги не респавнятся в этой игре? Хотя так будет неинтересно. Их, в принципе, и немного на уровнях расположено. Если мы всех убьем, кто нам помогать будет? Кто нас будет развлекать, точнее? Так, а туда мы не допрыгиваем. А если с этой дощечки попробовать? Так, здесь у нас опыт. Так, двойной прыжок я уже использовал. Нет, туда мы пока не допрыгиваем. Так, аккуратно. Ну, Жори, у тебя все получится. Давай. Давай. Так, главное второй прыжок не использовать. А прыгнуть... В левом нужном направлении есть. И энергии нам хватило открыть эту дверь. Так, внизу у нас все хорошо. Спокойно спрыгнули. Эх, какие задники красивые. Посмотрите, какой красивый лес. Так, ну через кусты, я думаю, мы сможем перепрыгнуть. Да, у нас это получилось. И самое главное, дерево у нас виднеется. С белыми цветочками. Красота. Так, наверху у нас немного опыта. И мы туда пока никак попасть не можем. Так, отсюда, да, мы не допрыгнем. Не заблудиться бы. А так, в принципе, можно вечно по локациям данной игры гулять. И наслаждаться работой художников. Так. Здесь внизу у нас есть опыт. А как вниз спрыгнуть? Так, мостик у нас не пробивается. Никак не пробивается. Но у нас там опыт. Так, ну, Ори, прыгни. Никак ты не хочешь вниз. Ну, я бы тоже лишний раз мокнуть не хотел бы. Так. Наверху у нас тоже лаз какой-то. Так, немного магии нам пригодится. И здесь наверх мы тоже не можем попасть. Интересно, наверное, нужно до тройного прыжка дойти. Да, и с прокачанным духовным пламенем теперь монстры намного быстрее убиваются. Так, и вниз нам тоже не надо. Так, и у нас основная гамма цветов поменялась. Теперь она более рыжая. Ну, почему данный выстрел нельзя никак заморозить, сбить? Ну, если только так. Так, мы успели. К этому опыту с этой стороны мы пробраться не можем. А как же к тебе пробраться, опыт? Ладно, потом как-нибудь разберемся. Хотя... Так, тут проход у нас направо есть, но у нас не хватает маны. Но
Ладно, у нас 3 ячейки. А нужно 4. А там, кстати, ячейка маны внизу лежит. Теперь бы где бы найти кристаллы с маной? А, вот он, кстати. Теперь мы можем дверь открыть. Давайте, раздвигайтесь, творочки. О, а вас я первый раз вижу. Иди, отстань от меня. Не пойду я за тобой. Не пойду. Так, и здесь наверх у нас тоже, как мне кажется, не очень-то получится пробраться. Так, рядом враг, мы не можем сохраниться. И мы ачивку получили. Так, а данный камешек, наверное, нужно нам сбросить вниз. На голову бы той лягушки. Так. Сохранимся. И все-таки получилось потихоньку. Давай, Ори. Ты сможешь, жизни у тебя хватит, чтобы не помереть здесь. Так, а там, наверное, ячейка жизни. Правда, она немножко не зелененькая. Но туда я тоже пробраться не могу. Что печально. И много жизни мы, кстати, потратили, пробираясь туда. И так и... Ничего не добыли. Ну ладно, благо мы здесь рядом сохранились, и камешек мы вниз уже сбросили. Так что давайте вниз. Камера вниз уходить не хочет. Так, я уже понял, что камнем надо данный лазер... перекрыть. Так, а здесь мы спустимся вниз. Нам туда пока не надо. Нам нужны ячейки магии. Так, а теперь у нас 5 ячеек энергии. Было 4. Замечательно. Ну, я думаю, теперь мы можем спокойно спуститься вниз. И куда нам двигаться? Нам нужно наверх. Вон, самая верхняя дверца. Я прям в предвкушении, какая же новая локация у нас будет. Как она будет нарисована, прорисована. Каких врагов мы там встретим. Да, совсем без ранений не получилось. Но мы быстро подняли с наверх. Так, энергия. Так, и все-таки зря я в этот проход прыгнул. Нам надо вот сюда. И наверх. Да, и мы смогли пробить эту дверь. Я уж боялся, что придется искать какое-то улучшение. Сосуд умения. А, да, там уже ячейка умений была. Ну, точнее, с очком умений. Так. Опять на злые птички встречают с лягушками. Продвигаемся дальше. Постараемся не помереть здесь.
Так, главный резервуар с кислородом здесь тоже бы найти. Давай, давай, Ори. Ты успеешь и не задохнешься. Я же сказал, не задохнешься. Так, и здесь нас шипы встречают. Аккуратно. И немножко энергии. Так, духовную связь на неустойчивой поверхности мы не можем создать. А здесь? А здесь мы можем. И данная территория у нас вообще не открыта. Так, а теперь нам надо еще и успеть... Нет, так не получилось быстро у нас. Проплыть здесь? Тогда просто прыгаем в воду. И быстро. А какая мы способность замедлять время у нас появится? Да что ж такое-то? Ори, не тупи, пожалуйста. Успеем. Есть! Мы пробрались. К ячейке с маны. У нас теперь их 6. Мы молодцы. Так. Дорога отсюда не менее опасна, но она быстрее. Забыл я про эти шипы. И у нас всего лишь одна жизнь осталась. Нам надо поскорее подниматься наверх. Потому что если Ори начнет задыхаться, мы долго не протянем. Давай, не успел. Так, да, ячейку маны мы подобрали. Так, Ори. Так, он же быстро плавать тоже умеет. Вроде бы была такая способность, но ладно. Все, успели. Сохранились. Движемся налево. Лес туманов, да? Как я помню. Так, Ори, не помри, пожалуйста. 2 урона нам наносят данные шипы. Да, наверное, здесь я довольно частенько буду помирать. Да, еще раз предупрежу, если слишком много смертей будет, я их просто... Ну, в одном месте, например, я их буду вырезать. Чтобы не отбирать у вас драгоценное время, дорогие подписчики. Ну и сократить время видео. Иначе серия затянется. Я и так не любитель в основном делать короткие видео. Час-полтора часа. У меня интересно получается. Ну и по 2-3 часа это уже как настоящий фильм по продолжительности делать. Тоже, с одной стороны, невыгодно. Человек просматривая будет просто засыпать. Я не знаю, по крайней мере, если ему не понравится прохождение. Так, и мы добрались еще к одной порции опыта. Сохранимся. Вот так-то быстро же можно разобраться с лягушкой. Ну так тоже. Сто 15 опыта мы получили. 100 с ячейки, наверное, 15 с лягушки. Ну ничего. Так, и у нас ответственный момент. Данные же лампочки не ломаются у нас, и если что, мы можем вернуться. Давайте сюда проследуем. А вверх у нас, наверное, забраться не особо-то получится, но у нас есть сохранение.
Привет, птичка. Спасибо, что самоликвидировался, и я повторил ее же участь. Да что ж такое-то? Умри, птичка. Так, теперь главное сейчас не помереть. Фух, у нас все получилось, а эту дверь мы открыть никак не можем, да? А там у нас очко умений, кстати. И опять паутина. Так, давайте сохранимся. До туда мы не допрыгнем. Кстати, вот можно было по верхнему выстрелу бы проскочить. Так, что же нам тут делать? Так, воспользуемся паучком. Пожалуйста, только не падай. Только не падай. Хотя у нас полная жизнь, но падать я не хочу. Так, сохранимся. Немножко опыта, пожертвовав при этом тремя ячейками жизни, да. Ну все. Есть, здесь у нас тоже получилось пробраться. Какие тяжелые головоломки-то пошли. Фух. Мы еще не добрались до местного назначения. Кура, ты нас встречаешь. Так, а нам надо на нее свалить данные камешки, как я понимаю, да? Раскачав тот камень. Ну, спасибо. Как к нему добраться? Скажу вам интересный момент. Пока, паучок. Ты нам особо-то не нужен. Так, давайте сохранимся. После ролика. Можно его пропустить? Нет, пропускать нам не дают. Только по этим фонарикам. Только, наверное, быстро-быстро надо это все осуществлять. Не хочет у меня на дальний фонарик цепляться. Море. Быстро-быстро перемещаемся. Лети отсюда, совушка, пожалуйста. И не обижайся на нас, мы хорошие. Так, и теперь нам надо за ее пером, да, спуститься? Но у нас слева был проход, кстати. А, мы сюда телепортировали. Теперь у нас есть перо Кура. Свободно планировать или парить на ветру. Такая новая способность. Так, ну а мы сохранимся. И восстановим всю нашу энергию и здоровье. Так, и дорога в туманный лес ждет нас. От Кура мы избавились? Избавились. Отлично. Марево туманного леса, заблудившийся там пропадает без следа. Да как-то я рьяно слишком побежал вперед, что даже не прочитал первую надпись. Так, зеленые лягушки. Отдай свою жизненную энергию, и ни хрена он нам не отдал. Ну, в принципе, красочная локация. Темная, мрачная. Но красочная. Я!
Надо там сохраниться. Марево туманного леса затуманило всю область. Товарищ Слизняк, сдохните, пожалуйста. Ха. Сохранился прям под бомбой. Ну, нормально. Так. Съешь свою гадость, пожалуйста, сам. Что-то я ни хрена попасть даже не могу. А вот так. Ну, почти убил. И сам получил по щемощам. Ну, ладно. Так, а теперь... Да, вот этих существ теперь же очень сложно заметить. Почти совпадают по цветовой гамме. С общим фоном. Так, сохранимся. И немножко опыта. Так, и еще раз сохранимся. Ну, мы почти пришли. Так, что же нам расскажет Сейн? Укрытый светильник. Эта таинственная дымка струится из его стебля. Если мы найдем способ поджечь его, то очистим дорогу. Спички! Дайте мне спички! Забыл, как называется наш хороший советский фильм, в котором была замечательная фраза, которая превратилась в замечательную цитату. Махмуд, поджигай. Вот нам Махмуда не хватает. Так, шипы. Ну вон, кстати, факел-то. Почему мы от него огонь взять не можем? Деревья горят тоже. Фонарик горит. Можно его взять. Нет, нам нужен какой-то специальный камешек раздобыть. Так, ну здесь, я думаю, мы только способности можем пробраться, да? Ах, ты опять появился. Да, вспоминается, что другой дороги нету, только через тот проход. Да, пойдемте туда. Ну да, ловить их тоже мы можем. Да что ж такое-то? У нас последняя жизнь осталась. Мы сейчас помрем. Так, момент. Немного потупили. Нет, в другую сторону. Да, так, правильно. Все, здесь мы пробрались. Самое главное от этого слизняка не помереть. И я надеюсь, может сохраниться. Да, отлично. Какая-то уже огненная лягушка. Духовная связь готова. Так, и там еще один плюющийся гад. Да что ж такое-то? Давай, Ори, ты сможешь... Давай. Да у нас немного не получилось. Про тебя, лягушки, я забыл. Убей нас. И мы продолжим. Все, теперь, я думаю, мы можем спокойно подниматься наверх.
Давай, Ори. Ты сможешь? Да, теперь мы можем перышком, кстати, пользоваться. Совсем забыла такую возможность. Прекрасный. Давай, перышко, помогай нам. Огромное тебе спасибо. Куда нам дальше? Шипы и шипы. Везде шипы. Так, и дальше. Так же, да? Духовная связь готова. Блин, еще и ключи от дверей собирать здесь. О, отлично, у нас локация поменялась. Сова на привидение похоже. Почему у них только по 4 глаза? Так, давай аккуратно, Ори. Духовная связь готова. Так, еще один ключик, и нам надо наверх. Одураченные туманом, они заблудились в лесах. Спасибо, я уже понял. Кстати, в глазах как-то плывет от этого тумана. А туман у нас не с грибочками случайно. И темнее как-то становится. Контраст не стал, по крайней мере. Он был потерян здесь. Если отнесем его к укрытому светильнику, он может зажечь его. Не успел я прочитать, но суть такова. Так, и здесь мы легким путем, конечно же, не пройдем. Так, сохраняемся. Наверху тоже ничего интересного нету. Назад, и опять туман меняет нам локацию. Так, немного энергии. И наверх прохода нету. Да, к опыту мы не успели бы пробраться. Хотя можно попробовать. Жаль, мы очко получили, но эти сволочи не подохли. Привет, друзья! Как-то вы слишком сильно расплевались. 2 очка жизни у нас. 1 очко жизни. Так, сохранимся и подлечимся заодно. Я думаю, нам придется возвращаться тем же самым путем. Под очень интенсивным артобстрелом и убиться об стену при этом. Так. Мы можем аккуратно убирать наше перышко. Поскорее при этом скорость падения. Ори. Преодолевая данное пространство намного быстрее. Боже мой, я уже... Начинаю немного заикаться. Очень тяжело концентрироваться, но при этом рассказывать. К сожалению. Как и говорил, я немного не привык играть и комментировать. Это лучше намного все происходило, когда ты сидишь молча, сосредоточенно. И проходишь свою любимую игру. Но мы потихоньку переучимся. Об этом не сомневаюсь. Так, помри, пожалуйста. Так, немного опыта мы набрались и много сложности. Так, здесь мы тоже прошли.
Да, как-то сильно нас сейчас бомбардируют. Сложность растет. Геометрический прогресс, я вам скажу. Фух, сохранимся. А как нам туда добраться-то? Люди добрые. И карта нам вообще недоступна даже. И как-то мы очень далеко ушли от нашей цели. Так, и перо нам, кстати, помогает уже не первый раз. Так, вроде бы никаких злых и зубастых монстров я не вижу. Так, сохранимся, но я думаю... Понятно. Мы прыгаем, и данные грибочки появляются. Ага. Тасу, бывало, поднимался в гору высоко над ущельем скорби. Когда факел его брата угас, он заблудился в тумане. И что нам это даст? Мы теперь сможем карабкаться по стенам? Ну да, мы теперь можем карабкаться. Как раз это нам поможет с данными грибами. О, прекрасно. Да, помогло нам очень. Так, можно на месте прыгать, и они будут изменять. Свое расположение. Так, а куда нам? Кстати, куда нам? Ох, а ты взрываешься! Да! Ты взрываешься, мой добрый друг. Лети туда. Так, у нас справа цветочки были. Слева цветочки. Так, прыжочек, цветочки. Теперь бы лишний прыжок не сделать. А то приземлимся прямо на шипы. Какие прикольные грибочки, а? Так, а здесь уже не от прыжков зависит, да? Когда у нас эти грибы вырастают. Так, теперь направо, да? Не прыгнуть бы мимо. Чё, опять? Ну все, теперь мы можем, да, сюда пробраться. Третий ключик, и, наверное, нам предстоит сейчас раздобыть четвертый. И мы долетели, отлично. Так, наверное, нам все-таки надо вниз спуститься. Ну, грибочки, они такие прикольные, кстати. Так, спускаемся потихоньку вниз. Так, у нас теперь проход направо открылся. Эх, мерзкая лягушка мешает нам. Так, сохранимся. Так, а что нам с этим лазером делать? Понятно. Грибочки. Нет. Интересно, а вот в том моменте как нам?
наверное, не прыгает, да. Фух, этот момент мы прошли. Еще грибочки. Понятно, бежим. Надо быстро бежать. Отлично, лягушка сама ликвидировалась тоже. Фух. Я хочу уже четвертый ключ. Да. Так, аккуратненько. Аккуратненько, там эта склизкая дрянь, которая на нас, скорее всего, свалится. Так, перо. Отстань от нас, пожалуйста. Ой-ой-ой. Отлично, здесь был фонарик. Я думаю, придется от сейва продолжать движение. Так, еще фонарик. Отлично, немного энергии. И наверху ничего нету, но мы сохранимся. Да, в этой игре главное сохраняться почаще. Я думал, опять грибочки. Но они на заднем фоне у нас. Прыгать по ним не надо. Так, и наверху у нас прохода нету. Здесь тоже у нас прохода нету. Не, ну наверх подняться можем, но... И у нас это получилось. Замечательно, а слева у нас ячейки майки. Да, только как до нее добраться, друзья мои. Ладно. Черт, опять за ключом возвращаться. Ну, мы уже, по крайней мере, знаем, как туда попасть. Кстати, до ячейки магии, наверное, с маной тоже можно так же. Слева у нас тоже плюющийся гад надо. Где там слева у нас находится? А ячейка, скорее всего, проход к ней на... где-то по центру. Снизу расположен. Ладно. Так, лес у нас снова меняется. Нам, кстати, скорее всего, надо... вниз. Да, сюда. Отсюда ячейка нам не попасть. Слава богу, я сохранился. Вот я все замешательство. Нам наверх? Или вниз? Так, корень, не умирай, пожалуйста. Как говорится, я хоть и плохой хозяин, плохо тобой управляю. Но не умирай. Так, где ячейки жизни у нас? ММ благополучно померли. Да. Ладно, мы сейчас потихоньку пробьемся. Но мне интересно, сколько сил было потрачено художниками для создания такой замечательной атмосферы. Так, как тебя... А, тебя мы можем потихоньку расстрелять. А как еще выше проскочить?
Так ты не уничтожаешься, да? А, ну мы можем со стены на стену, в принципе. Так. Попасть бы, да. Есть, у нас получилось. И сохраняемся. Ай, нам, наверное, надо наверх, да? Да. Потихоньку эту дрянь уничтожить. Так, а мы вроде уже на такой локации были. Они случайно не повторяются. Так, давай стреляй. Нам нужно наверх. Так, подальше сохранимся. Нет, это слишком высоко. Все, хватит нас стрелять. Так, а пока выше мы никак не попадем уже. Ну правильно, наверное, яркий красный свет и привлекает. Всегда в эту точку и хочется самому прыгнуть. Ага, отлично. Теперь нам надо по этим выстрелам, да, как перемещаться. Ну, благо у нас перо есть. И у нас все получилось. А, еще тут выстрел. Да. Прям шипы. Так, а здесь у нас теперь еще и плавающие грибочки. Так, аккуратно. Не получилось. Эх, повторим. Так, надо будет там сохраниться. Да, надо было слизни этого мимо пробежать. А то у нас осталась одна жизнь. С другой стороны, так все мелькает при всех этих взрывах. Так. Так, и здесь можно уже сохраниться, да. Давай, Ори, у нас все получится. Мы с тобой молодцы. Наверх. Так, и сохраниться я не могу, у нас закончилась энергия. Да, отлично. Так, выше я подняться не могу. Так, вот эту бы хрень издалека расстрелять, она же у нас множится. Да. И из-за преграды тоже у нас ничего не получилось сделать. Да, удачно я приземлился. На шипы не попал. Так, привет, хрень. Так, аккуратно. Издалека будем расстреливать ее потихоньку. Так, отсюда не получается. Фух, духовная связь готова. Энергия у нас есть, ачивку мы какую-то получили. Так, а сюда, наверное, надо ударить этот колышек. Он, наверное, нам что-то... Да, что-то Ори. Открылась у нас дверца внизу. И давайте на всякий случай сохранимся. У нас полная жизнь и взрывающийся броненосец. Еще раз сохранимся. И я думаю, уже скоро можно будет закончить данную серию. Мы далеко пробрались достаточно. И 200 опыта.
Отлично. Мы, кстати, спустились вниз. И кажется, нам надо теперь... Опять через... Да, это тяжелый путь пробираться. По плавающим грибочкам. Может, проще помереть? Мы там возродимся? Ну что, Жори, попробуем еще раз. Попытка номер два. Еще раз здесь сохраняемся. То, что я думаю, нам все-таки надо было не... Нет, Ори. Так, ничего, мы прокачать пока не можем. У нас одно очко умения. Ну, Ори. Ты уже устал, я понимаю, но нам надо. Надо спасти этот лес. Да, эта дрянь, кстати, там возродилась. А теперь у нас нету никакой защиты. Еще эта хрень. Ну, слава богу, жизни нам хватило. Нас вроде даже и не ранило. Так, нам нужно... На ту сторону. Да, у нас все получилось. Фух. Лягушка. Так, и все-таки да, мы правильно сделали, что пошли данным путем жизни. Вот. Да ну вас. Их здесь несколько этих червей, как я понимаю, да? Да я бы с удовольствием создал бы духовную связь. На, нет, все, мы его убили. Я думал... Еще хоть капли жизни, но осталось у нашего босса. Так, и все четыре ключа мы добыли. Отлично. Так, как мы этот камень теперь донесем? РТ, чтобы поднять предмет. Отлично, я рад. С ним высоко мы прыгать не можем. Так, и нам явно не сюда с данным камешком. Но эту местность стоит проверить. Да, по крайней мере, здесь кристалл с маной есть. Наверху ничего интересного. Так, а слева у нас что? Слева еще лягушки. И у нас цвет поменялся леса. Не, нам туда не надо, явно. Все, тащим этот камешек. Но остается только направо путь. И лес опять поменялся. Сохранимся. Так, а как? Блин, шипы не заметил. Как мы тебя пройдем? Давай, 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 давай. Тогда опускать камень, отражать выстрел. Или так, успеем? Так, успели. Отлично. Фух.
Так, с камнем, я надеюсь, ничего не случится, но атаковать нельзя его мы не можем. Так, я надеюсь, камешек этот выстрел не разрушит. Но мы эту дрянь должны уничтожить, иначе не пройдем дальше. И вот тебя тоже. Ну, Ори, еще чуть-чуть осталось, совсем немного, и вот наш пьедестал. Как тебе положить-то? Или мы все уже? Поднять предмет? Давай, зажгись, пожалуйста. Игра сохранена. Отлично. Так, на что потратить еще умения? Ресурсы эффективнее. Дышать Ори под водой. Даже не знаю. Так, и здесь я тоже ничего выбрать не могу. Водная жила, ключ к дереву гинза, элемент вод был восстановлен. Так, и здесь нам никаких подсказок не дают. Осталось нам добыть только последнюю способность. Давай, камешек. Загорайся. Кладись на пьедестал. Ну, отлично. Сработал. И у нас ачивочка. Зажгли укрытый светильник, и он разогнал туман. Ори, появился ключ к руинам Фарлорна. Замечательно. Печать Гумон. Элемент ветров скрыт в глубине руин Фарлорна. К югу отсюда, это недалеко, я покажу тебе дорогу. Ну да, в принципе, недалеко. Найдите печать Гумона, спрятанную в туманном лесу, мы это нашли. Войдите в руины Фарлона. Ну ладно, я думаю, на сегодня мы закончим прохождение. Туман мы убрали, теперь местность здесь видна. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь.